приветствую всех на канале Есть Поесть. Сегодня готовлю очень вкусную куриную запеканку с добавлением риса и овощей. Это абсолютно самостоятельное блюдо, не требующее никаких дополнений, ну разве что можно подать соусом. Будет, кстати, для ужина, для перекуса. Удобно также брать с собой, нарезав тонкими ломтиками и положив на хлеб. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, филе куриных грудок я пропустила через мясорубку вместе с луком через среднюю решетку. Рис заранее промыла, залила кипятком и дала остыть, затем лишнюю жидкость слила. Сюда же отправляю болгарский перец и морковь, нарезанные некрупными кубиками. Стручковую фасоль, в данном случае прямо в замороженном виде. Соль и специи по вкусу. И 2 яйца. Если хотите, можно добавить измельченный чеснок. Тщательно все перемешиваю. Обычную форму для кекса застелила пергаментной бумагой и выкладываю сюда массу. Разравниваю лопаткой, накрываю фольгой, делаю ножом отверстие и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Спустя половину отведенного времени фольгу уберу. Лично я люблю эту запеканку в холодном виде, поэтому дам ей остыть, а затем перекладываю на тарелку. Можете ее украсить на свое усмотрение. Я посыпаю сладкой молотой паприкой. Запеканка отлично держит форму, получается очень нежной и вкусной. И очень симпатичной на разрезе. Помимо всего прочего, считаю, что ее можно также подать на праздничный стол, просто так нарезав или сделав с ней бутерброды. Отмечу, что в запеканку можно добавлять любые овощи, как свежие, так и замороженные. Кстати, смотрите на канале рецепт закусочной праздничной куриной запеканки. Ссылка будет в конце видео. А если вам понравился сегодняшний рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на канале Есть Поесть и другие рецепты вкусных и быстрых блюд и подписывайтесь на канал. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.